Ой, позор сейчас будет-то какой, как стыдно. Что из гадкого утенка через 124 серии можно сделать, в принципе, принцессу. Ну нет, она все равно стрёмненькая осталась. Поэтому он умный, а со мной интересно. Я страшная, отрежу челку. Да, Олег приехал ко мне в 4 утра в мою Щербинку, нацеленный ругаться со мной. А она думала, что я гей, что мне 30 лет. Капздец вообще, он чуть ли не женился 2 года назад. Я ждал, когда он уйдет гулять с собакой, чтобы записать демку вокала, чтобы он не разозлился и не вызвал участкового. Вам мешает секс выступлением совместным? Вообще нет. Метро приехало. Ребят, кому до Тверской? Просьба покинуть здание. Заказ номер 861. Уважаемые фолловеры и фолловерши, в этом выпуске вас ждут откровения музыкантов и живая музыка. У нас в гостях участники шоу «Голос» Анастасия Белявская и Олег Сидоров. Привет, друзья! Привет. Привет! Привет! Настя, Олег, вы самые молодые гости на шоу «Возьми соль». Что вы знаете, что вы не знаете? Я хочу выяснить это благодаря, ну, буквально там двум вопросам настраивающим. Вот первый вопрос у меня вот такой. Знаете ли вы, что это такое? Да. Это кассеты для магнитофона. На, посмотрим. Аудиокассеты. Так, хорошо, да. Олег, а тебе карандаш тоже есть? Обалдеть! Еще самое клевое, это когда не нужен карандаш, у тебя есть мизинец для этого. Да, пальцем. Когда ты первый раз, Настя, перематывала? Я думаю, вот как только родилась, сразу начала перематывать. Ну, у меня старшая сестра просто есть, поэтому... То есть застали. Да. На, Олег, надо перемотать чуть-чуть. Ребят, круто. Сколько кассет было у каждого? Покупали ли блоками их? Слушай, все, да? Я уже, наверное, это не застала. Я покупала блоками DVD-диски. Прям вот много, это... чтобы сестра мне записывала всякие мультики. Даже не CD? Да, даже не CD. То есть уже даже DVD? Не с музыкой, да, уже DVD. Я помню последняя кассета, которая была мне подарена. Это был 2003 год. Это было 2 альбома Таркана. Таркан! Еще какой-то припев был такой. Да, он шикарный. Мой редактор. Двери моих расспросов. Вы на какой музыке выросли сами? В детстве, прям года в 2-3, я слушал песни советских этих ВИА. К родителям друзья приходили, они слушали вот это все, там где клен шумит. Вот. А потом в жизнь ворвалась Верка Сердючка. А после этого Линкин Парк, Скорпионс, Расмус, ну и, в общем-то, пошло вот это вот движение по рок-музыке. И самая любимая группа детства была группа Nightwish. Вот, собственно, так я полюбил вот этот вот симфорок, пытался что-то написать в этом стиле, ну а дальше с появлением интернета дома количество групп все увеличивалось, ну и дошел до того, что с удовольствием сейчас переслушиваю Алену Сферидову. А весь список песен в караоке. Это вот то, на чем я выросла. «Профессор Лебединский», «Я убью тебя, лодочник», «Вечно одна ты, почему ты мне ответь?» «Как упоительный в России». Это нет, это слишком сложно. «За монетку, за таблеточку сняли нашу малолеточку». Отлично, хороший репертуар. Как бы, вот все кабачно-караокские песни, которые играли, там, не знаю, вот, которые в казино заказывали, чтобы погорланить, вот это вот мое детство и «Таркан». И Таркан, конечно. Да. Ну, и Стамбул, Таркан, да. Это у нас прям лейтмотив нашей встречи. И потом, вот тоже к годам где-то к 10, к 11, у меня, опять же, появилась тоже парочка любимых групп. Это было точно так же Nightwish, Evanescence и, блин, кого я любила очень, Hollywood Undead. И, ну, короче, вот тоже такие рок-музычка такая прям настоящая, и чтобы скрипочки иногда звучали прям. Вот, если открыть ваш ВКонтакте, что там последнее? Ой, позор сейчас будет-то какой! Значит, 4 самые последние песни, которые добавлены у тебя, и 4 какие у Олега. Так, музыка. Белявская, «Не поздно все вернуть». Так. Потом испанская песня «Que tienes tú». Еще испанская песня, это нам для работы нужно было. И Джейсон Дерула «Colors». Вообще я рок-музыку слушаю, если что. К слову о рок-музыке, у меня вот Age of War, последняя их группы. Так, вылетело все. Потом Белявская «Не поздно все вернуть». Песенка из мюзикла «Монте-Кристо» «Фернан, предатель подлый». Мне кажется, это надо включить, просто это шедевр. Включай. Эй.
Слово от Аркани. Не покидает, да? Вообще. Сейчас. Какая современная музыка просто, ребят. Мюзикл с восточными напевами. У испанцев клёвые песни. А есть турецкие сериалы? Турецкие сериалы есть? Я смотрела, да, в детстве. Все мое детство прошло на сериале «Клон». Это не турецкий? Это не турецкий? Нет. Да. Может, вам через Бразилию надо? Нет. Это реально просто попадание 200%. Я генетическая родина. Ну, как генетическая? Да. Мои родители очень весело потусили в феврале 98-го года в Бразилии. 98-го года. И в ноябре родилась я, как бы все отлично. Обалдеть, у тебя бразильские корни. Ну, то есть детище бразильского карнавала. Да. Передалось что-то от бразильцев? Ну, вот это очень интересно. Наверное, все-таки любовь к жареному мясу. Вот это? А вот это все бразильское, ну, там, карнавал. И красивым женщинам. Красивым женщинам, да. Отлично. Решен вопрос, спасибо, очень хорошо. Расскажи, как, что у тебя? У меня было банальное детство. Я вырос в военном закрытом городке, и из развлечений было мало чего. Я ребенок библиотеки. У нас соседка работала в библиотеке, и сама библиотека находилась буквально через дом. И мое времяпрепровождение заключалось в том, что я сидел дома в комнате с книгой, я выходил на балкон, сидел на балконе с книгой и гулял вокруг дома с книгой. Вот. В общем, очень интересный ребенок я был. Поэтому он умный, а со мной интересно. Нет, секундочку. Как к музыке перешел? Слушай, у меня есть старшая сестра. И когда ей было лет 12, она, или 11, она решила пойти в музыкальную школу. Вот, она это дело быстро забросила, но фортепиано дома осталось. А мне же интересно, что за коробка такая стоит, на которую еще нажимаешь, там звуки. Вот, я просился подходить. Такой, можно я нажму? У меня сначала мама говорила, нет, пальцы сломаешь. Вот, в итоге дома появились откуда-то маленькие игрушечные фортепиано. А потом меня пустили к большому. Вот. Ну, судя по тому, что я перебирал там что-то пальцами, родителям показалось, что я что-то могу, что-то умею. Меня спросили, хочешь музыкалку? Ну, я, естественно, да, хочу! Не понимаю вообще, что это. В каком возрасте, получается, пошел? Я в 5 лет пошел. В 5? Да. Это нормальный возраст. Это... Самое то. Тогда это было даже рано. Ну, по крайней мере, у нас в городе такого опыта не было, поэтому, когда я пришел, они боялись меня брать в музыкалку. И, ну, в итоге... А ты сразу на клавиши? Пришлось. Да. Сначала на клавиши, а в 6 лет на духовую. И пошел. У тебя музыкальная школа, а у тебя я слышал домисоль, про домисольку что-то. Домисолька это уже, наверное, конец вот всего, что было. Как начинала? Опять же, вернемся к старшим сестрам, потому что, видимо, у нас это с тобой очень важная тема в жизни. Моя старшая сестра — это человек, который знает в совершенстве 3 языка, закончила Бауманку, поступила туда на бюджет. И как бы, когда родилась я, моя мама сказала сразу «нет» книжкам, они реально спрятали все книги, у сестры очень сильно упало зрение в 12, из-за того, что слишком много читала, и мама решила «все, никаких книг, никакой вот этой вот лишней информации, буду заниматься ей сама». И суть в том, что примерно в 2,5-3 года они поняли, что я не усидчивый ребенок вообще, и отдали меня в детскую студию под названием «Одуванчик». Где... То есть до домисольки был одуванчик? До домисольки был одуванчик, шлягер. Небольшая ботаническая вставочка. Вы же нарисуете одуванчиком потом? Как мы? Вот, там были уроки по целых 15 минут, я не хотела на них сидеть, но мама меня старательно водила, я была самым вредным, наверное, ребенком, который там был, я вечно перебивала учителей и смеялась над всем, чем только можно, мне казалось все очень смешным, и я помню, в 4 года мы записали мне первую песенку. Прям вот официально записали, там минусовочку сделали, текст написали. У меня была премьера песни. Обалдеть. Вот. То есть ты прям, ну, ты на сцене уже, можно сказать, вот прям со старта. Да, в 4 года я участвовала в песенке года. Олег, кто-то сдает экзамен для поступления, кто-то выступает. А потом все меняется просто. А сейчас все меняется, да? Да, потом жесть, было весело. Почему, что? А у меня...
Потом начались проблемы с челюстью, и я очень долго как бы ушла из вообще со сцены, со всего, ну как, лет с 8 до 14 я не хотела вообще появляться нигде. Брекеты, подростковая вот эта фигня из серии «Я страшная, отрежу челку», и все, мальчик, которого люблю я, меня не любит, все, я ужасная, пойду, не знаю, есть мороженое и грустить. Ведь это же было как раз вот, ну вот, 2000-е, это вот это так можно характеризовать, недавно только видел по стендапу. Скажите, пожалуйста, с каких это пор перестало быть позорным носить брекеты? Просто сейчас все, кто носит брекеты, они что-то фотографируются там. Потому что сейчас вот молодое поколение детей... Да, это круто, это типа, ед, выпрямляешь зубы, классно, еще можно разные резиночки, а я помню, как они... тогда думала, нет, пожалуйста, а у меня еще были прозрачные. А в школе и очки тоже ведь то же самое было. А то есть, это было время еще сериала «Не родись красивой». Да, вот эти Екатерина... Вот я опять понял, что это не мое время. Катя Пушкарева. Да, Пушкарева. Это вот как раз начало 2000-х, когда... Это еще не мое время. Пошла вот эта мода на брекеты, тогда медицинская клиника «Моника» стала вот везде популярна. И вот этот, наверное... Вот есть бодипозитив, а есть бьюти-позитив. Когда ты стрёмная как... жизнь, да, радуешься да, этому. Да. Когда всем в России начали показывать, что из гадкого утенка через 124 серии можно сделать, в принципе, принцессу. Ну нет, она все равно стрёмненькая осталась. У тебя история там с 8 до 14 лет, пауза такая. У тебя были какие-то паузы? Трудные моменты? Да, пауза. Была пауза, была. Потому что, ну, я, будучи ребенком, подростком, много выступал, а потом я пошел учиться. Пошел учиться, получать композиторское классическое образование. И, ну, у меня была мечта, в принципе, с детства. Я хотел стать кинокомпозитором, писать музыку для кино. И для этого я пошел учиться. В итоге все мои вот эти розовые мечты, воздушные замки разрушились, потому что я понял, что ну, не все так просто, не все так красиво в жизни. Плюс ко всему ломка голоса, я сидел, тупо не знал, что делать, и в итоге, да, где-то в период с 16 до 20 лет я практически не появлялся на сцене, максимум на капустниках где-то у себя там в Гнесинке. И, собственно, вот только в 2015 году проект «Главная сцена». Я просто помню свои эмоции, когда я первый раз вышел там на сцену, а зрители начали аплодировать, а я понимаю, что у меня ком в горле, но камеры снимают, и я не могу этого показать. Поэтому просто, когда я ушел за кулисы, я кинулся на плечи ребятам с группы поддержки и просто начал рыдать. Это самый большой факап был у тебя вот за твою карьеру? Были еще жестче? Я не считаю это факапом на самом деле. Ну почему это факап? Потому что я растрогался. Ты что, не плачешь? Не... Нет, ты не плачешь, когда смотришь фильмы? Ну, знаешь ли, на каждом. На каждом реву на каждом, честно. Интересно, в каких ситуациях вы оказывались, которые можно вот назвать, знаете, прям вот факап года, например. Ну вот факап года был в Севастополе на Новый год, собственно говоря. Когда ты грох. Да, когда я... Я же пою обычно лирические песенки, и тут, короче, веселенькая песенка. Я решил поскакать, а сзади танцоры, я решил их отбежать, и в итоге споткнулся об провод, потом об монитор, который напольный. Ты не видел? Вот, это? И ты не видел? Я полетел вниз, и в итоге упал. Он вот. Лежит на спине. И при этом я продолжаю Ой, петь. Ой, тоже ложимся. Сзади все участники концерта, я не понимаю, что делать, и просто такой смотрю, в итоге все ложатся, мы начинаем кувыркаться. Нет, просто танцор мы переглядываемся, такие, что делать, давайте ляжем, давайте. Вот, и в итоге песню мы закончили фактически на том, что мы подползли к краю сцены и лежа поем. То есть это было до бисов, это было вот в основном выступлении. Да, а что ты пел тогда? А «Возьми меня за руку» или что это было? То ли «Возьми меня за руку», то ли «Лас-Вегас». Нет, это было «За руку», потому что на «Лас-Вегасе» мы с Вебером танцевали, это я помню. У тебя что было? Самый большой факап... Это когда Олег упал, да? Нет, у меня, ну блин, на самом деле это очень трудно вспомнить, потому что вроде такого ничего жесткого прям не было. Была одна ситуация, но это было в школе, мне было лет 15, я ушла просто после 9, и тут я решила прийти, и нужно было спеть гимн школы. И я, ну конечно, я как бы всегда была такое первое лицо, которую все знали. Я, то есть, ходила по школе в мини-юбках на каблуках. Отлично. Гиперкомпенсация после возраста 8-14. 8-14, да.
И тут, значит, я выхожу на сцену, пою гимн, и понимаю, что я ни хрена не помню ни второй, ни третий куплет. Я выдумывала этот сраный текст. Я реально придумала второй и третий куплет. Я когда ушла, я просто упала, начала истерически ржать. Ко мне подходят одноклассники, такие: «Огонь, мерси! Нормально так получилось!» Благо, мне никто ничего не сказал, и меня после этого продолжали пускать в мою школу. А ты слова забываешь часто? Нет, я их обычно придумываю на ходу, и поэтому никто ничего не замечает. Ну, либо когда мы поем вдвоем, она на меня смотрит вот так. Вот. А ты что делаешь в это время? Слушай, у меня проблема в другом. У меня проблема в другом. Я не знаю, я себе не могу заставить выучить текст. Вот кроме шуток. Я понимаю, что мне не сложно. Вы это сегодня увидите. Вот. Долгое время у меня была любимая тема — птичий язык. Это когда ты имитируешь... Метро приехало. Ребят, кому до Тверской нужно? Черт, спасибо! Получается, когда вы начали встречаться? Мы можем говорить на камеру, да? 10 января 2018 года, а не 12? Официально. Да, нет, 12-го другой был. Вы когда сошлись в поле? А мы не сошлись 10 января, это мы считаем просто с 10 января. Ну, это который вспомнили. Это очень долго запутанная история. Вот. Мы можем это все обсуждать, да? Конечно. Пиздец вообще, он чуть ли не женился 2 года назад, вы понимаете? На ком, Настя? На мне! Не на ней. Вот, ну короче... О боже, как я давно ждала, чтобы на камеру это все рассказать. Мы познакомились 15 сентября 2017 года. Она думала, что я гей, что мне 30 лет. Ну как объяснить тот факт, что на репетиции голоса, куда я прихожу, сидит на кожаном диване Олег, который просто вот так вот явно ненавидит весь этот мир, с бородой на 12 килограмм больше, и рядом диван... На 16. Вот так вот, я захожу, такая: ладно, здрасте. Она со мной первые 2 недели общалась на «вы». А почему ты сейчас перешла на «ты»? А он попросил, он сказал: я не такой старый, можно со мной, пожалуйста, на «ты»? Время пришло уже. Хорошо, и что дальше? Ой, дальше я была свидетелем очень многих душевных переживаний Олега, а потом он стал причиной моих душевных переживаний. В какой момент времени? Когда у него перестали? 10 ноября. Ну вот как раз той датой, с которой вы начинаете. Нет, мы с января считаем. Хорошо. Нам очень сложно. Потом, ну нет, мы знаешь, можно без подробностей, мы можем просто даты, да, перечислять. 5 декабря. Да, Олег приехал ко мне в 4 утра в мою Щербинку, нацеленный ругаться со мной прямо от души. В итоге мы не поругались. Да, в итоге мы не поругались вообще. Вот, потом 10 января, 12 января, вот, потом мы долгое время ругались. Путь просто до Щербинки не близкий, не близкий. А остыл, пока ехал. Как бы. Да, ну кроме шуток, 27 минут. А я на телефоне в этот момент с моим бывшим молодым человеком сижу, такая: что делать, ко мне едет Олег? Просто к нам едет ревизор. Вот. А дальше в феврале, Болгария, все клево, классно, замечательно. Ну, короче, запутанная история. А когда вы петь начали вместе? А петь после мы начали до? Вместе... 10 января. Нет. У вас одна и та же дата, Настя, на все случаи жизни. А нет, ну я просто тогда... Мы посмотрели фильм «Величайший шоумен», и мы настолько им вдохновились, вообще просто, ну, невероятная кинокартина. Что она в 4 утра прислала мне текст с фразой: я не знаю, что с этим делать. Я написала как бы стихи, такая типа: все, держи. А я ждал, когда сосед сверху, вот я живу на 8 этаже, а сосед на 9, я ждал, когда он уйдет гулять с собакой, чтобы записать демку вокала, чтобы он не разозлился и не вызвал участкового. Класс, вот это наши вот панельные дома, все для творчества. А нет, а первый раз мы спели в где-то... Это было в октябре-ноябре, когда мы поехали в квартиру на Рочельской, и там устроили импровиз. Да. Вот. Это не здесь? Нет, это в Сочи. Вот это в Сочи было, да? Это Сочи, да. Рояль белый. Здесь видно, да, что это белый рояль? Да. Прекрасно. Очень хорошо здесь смотрит.
Какие у меня были первые впечатления? На корни мои сейчас посмотрю. Маленькая девочка. Маленькая девочка, непонятно, то ли выпендривается. То есть это... То ли реально такая. То есть вот боролась, да, вот это мнение серии мании величий, или у нее так много комплексов, что она пытается их скрыть? То есть либо, либо мания величия. Либо слишком открытая, либо, наоборот, пытается закрыться от этого мира, показывая, что эй, все хорошо, все замечательно. Сейчас разобрался уже? Ну, вроде да. Вам мешает секс с выступлением совместным? Вообще нет. Олег, спрошу тебя. Хорошо. Ну, вообще, творчество, как это совмещается? Не знаю, я имею в виду... Иногда придумываются интересные песни. Во время? Чтобы нотало. Подожди! Строчка! Не, не так, конечно, но... Ритм, понимаешь? Главный ритм. Ну, бля. То есть вот так. Не, ну а что, Настя, ты должна была это узнать. Стоп, подожди. Я думаю... Чуть помедленнее. Да, чуть помедленнее. Я записываю. Три восьмых. Моя любимая шутка. Доминанта. Первый раз ее слышу. Это ты мне ее рассказал. Нет, там было иначе. Типа, прерви мою каденцию. Да нет, а вот это доминанта, тоника. Нет, доминанта, шестая ступень, ага. Прерванный оборот. А, это была другая шутка, я ее облегчила для короче, себя. Короче, просто... Интеллектуальный, у музыкантов есть вот этот вот юмор из серии «Разрешимые секунды», вот это вот все. Итак, в жизни каждого из вас был шоу-голос. Да. Шоу-голос. Расскажите в двух словах, у тебя пятый сезон, у тебя шестой, по-моему, угу. Да, сезон. Ну, довольно такая, как бы, вех, наверное, да, была значительная? Ну, у меня это затяжной период, который длился на протяжении пары лет, собственно, потому что я сначала пришел туда участником, потом пришел туда работать в качестве ассистента. Вот. Чем... Сидя на кожаном диване вместе. Там микрофоны. Нет. Я аккуратненько вот. Лежу. И, собственно говоря, ну, мало того, что я стал четвертьфиналистом, получил работу на какое-то время, я еще вот познакомился с вот этой юной особой. Как раз, да. Вот, собственно говоря. Вот на самом деле это очень, очень забавно, потому что я, по идее, не должен был принимать участие в репетициях, и тут редактор и ассистент, главный ассистент Димы, они уехали в отпуск. И мне звонят просто «приезжай». Я, естественно, не был морально и физически готов к такому, вот поэтому приехал. История про кожаный диван, да, вот, флешбэк? В клетчатой рубашке, весь такой уставший, забитый, непонятный, просто «да, хорошо, да, аранжировка вот к утру будет готова». Возможно, отказаться сразу. Ну, на самом деле, это было очень странно, потому что, опять же, история «кожаный диван». И если... Что такое «кожаный диван»? Ребята, хорош вам уже намекать на эти девушки. Я люблю «кожаные диваны». Ну, так вот. Это «кожзам». Все в порядке. Эко-кожа. Как там это называется? Правильно говорить, эко-кожа, да. Так вот, и значит, мало того, что Дима, он сидит, ведет как-то дискуссию, когда мы там показываем песни и тому подобное. Олег сидел молча, вот так. Я ненавижу вас всех, вы все просто архиущербные, что ты вообще здесь делаешь? И как бы это немножко напрягало. Атмосфера. Как бы самую малость, да. Да он сидит топор такой, как бы, все нормально. Типа, да, а может вот это, а что еще? А вот так вот, а вот это. А, да, давай остановимся на этом. И ты такая, да, хорошо. И просто голос из недр откуда-то вот так вот. Хорошо, завтра к утру аранжировка будет готова. Ребят, я хочу, чтобы мои гости этого шоу со мной делились какими-то фишечками. Есть ли у каждого из вас какие-то фишки, которыми вы пользуетесь? Ну, например, там, Олег, ты выходишь на сцену и вот делаешь что-то такое, после чего он с первых рядов тебе, боже мой. Я судорожно пытаюсь вспомнить какую-нибудь фишку. Ну, смотри, на самом деле для того, чтобы снять напряжение и стресс, мне помогает разрядиться улыбка Мона Лизы. Я это называю. Я не умею улыбаться... Ну, давай покажем. Покажи, как это делать. Я не умею улыбаться нормально, и кроме шуток, у меня чуть не возник конфликт с Нагиевым на эту тему во время съемок «Голоса», когда он брал у меня интервью. А у меня с детства так получается, что я улыбаюсь на одну сторону. То есть у меня улыбка — это типичная серия. И для того, чтобы как-то разрядить обстановку, а так получается, что аудитория абсолютно разная. То есть это могут быть какие-то дети, могут быть пожилые люди. Я поэтому, когда выхожу на центр сцены, я просто делаю серию типа... Как? И все. И сразу обстановка заряжается. Я должен закрепить, секундочку. Давай еще раз. Надо сначала выйти без улыбки, правильно? Да. То есть ты выходишь серьезно. И не получается. Нет. Как? Смотри. Показывай медленно. Трясущийся щечка должна быть такая. Нет, смотри.
Идет Гологуб. Один, да. Слегка приоткрывается рот. Ты делаешь так. Да. Получается? Спасибо, Настя. Что с тебя? Я что-то пока не придумала, пока, Олег. Тяжело будет. Может быть, есть какая-то фишка? Как меняешь голос свой как-то? Да, чтобы не было проблем с начинанием песен, я начинаю петь на подснятом неопорном звуке, как он там называется правильно. Это как? А без него, если... Не, ну, как бы обычные люди, да, там они начинают петь сразу та-дам! А с подачи? Я такая, типа, сначала напела, что-то там. Потом такая, ладно, хорошо, я попою. Кроме шуток, я вот только сейчас поняла. Спасибо большое за передачу. Я открыла для себя новый горизонт. Ты про то, что за время проигрыша ты пытаешься вспомнить. Да, я за время проигрыша пропеваю первую строчку всегда. То есть там начинается уже музычка, я такая... Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Пододвигаешь к себе микрофон и начинаешь уже петь как бы второй раз. Потому что первый раз всегда так себе звучит, а вот на второй раз уже нормально. Иногда это доходит до того, что когда мы играем на корпоративных мероприятиях или концертах, вступление растягивается до 40 секунд, потому что... Настя пропевает первый куплет, чтобы его вспомнить. Да-да-да, и при этом смотрит. И Сири. Я так пою. И спустя 40 секунд еще... А можно на полтона повыше? Как вы друг друга понимаете на сцене, что ты еще как бы, ну, еще квадраты нужно добавлять? А он на меня смотрит и вот так вот... Ступай! И причем самое главное, чтобы она находилась именно слева от меня, потому что я правым глазом не вижу. А, то есть прямо вот. Вот. Вчера мы выступали как раз так, что он на стоял. На мане поставили? Да, все правильно. Вот, и да, было несколько каких-то недопониманий, потому что я пытался через свой нос на нее смотреть, и мне не получалось. Сложно. Это очень сложно. Да, там от клавиатуры же нужно отворачиваться. Да нет, я на клавиатуру не смотрю. А, ну там вот. Микрофон как бы, он стоит, поет, а меня не видно. Значит, история такая. У нас есть 30 секунд. Я тебе буду называть те группы, которые, ну, на которых вырос я. И мне нужно понять, как бы угадаешь ты или нет. Ну, слышать ты меня не будешь. Ага. Лови наушники. Сейчас я должен убедиться, как бы, что я не... Начну с легкого. Готова? Ага. Болеешь за нее? Чего ты промолчал? Сейчас мы сначала настройку сделаем. Настя! Музыка идет? Да, ну, может, погромче. Конечно. Вот так вот. Нормально? Готова? Слышишь меня хоть что-нибудь? Скажи мне хоть что-нибудь, ты меня слышишь? Не что? Слышишь, да? Отлично. Готовы? А секунд... мы еще не начали? Нет, еще. Поехали. Дельфин. 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 Одно, бинго, 1-0 есть. Роксет. 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 2-0, господи. Тату. 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 3-0, боже мой. Эминем. 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 Дальше. Дальше. Queen. 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 Молодец. Aerosmith. Апельсин. Aerosmith. Aerosmith. Время. Сколько у нас насчиталось? 4 победили. Aerosmith. Да. Засчитано. Aerosmith. Засчитываем Aerosmith. Супер. Все. Молодец. Бинго. Молодец. Круто. Все. Нет. Да. Все. Отлично. Паузу нажимаем. Вау! Круто. Мне понравилось. Ты молодец, это офигеть. У меня больше групп нету с детства. Ты чего? Олег, надевай. Я слепой. Если что. Это хорошо, это нам поможет. У тебя какой глаз? Спасибо. Какой-то глаз. Подожди, тут еще музыка должна пойти. Идем. Норм. Окей. ACDC. Лети чего? ACDC. ACDC. ACDC, окей. Скорпионс. 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 Что, полегко? Скорпионс. Я не знаю. Дискотека-авария. 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 Ой, мам. Авария. Дискотека-авария. Абба. 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 Давайте дубль еще один. Давайте дубль еще сделаем. Один, давай, это смешно. Давайте, поехали. Готов. Самое начало. Абба. 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 Молодец, 1-0. Круто. Дальше. Скорпионс. Скорпионс. Боже мой, там что, музыка что ли выключили? Дальше. Дискотека авария. Дискотека авария. Дискотека авария. Дискотека авария. Молодец. Буланова. Татьяна Буланова. Татьяна Буланова. 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 Молодец, бинго. Так. Роллинг Стоунс. Роллинг Стоунс. Роллинг Стоунс. Роллинг Стоунс. Модерн Токинг. Модерн Токинг. Да! Молодец, браво.
Ну, если Rolling Stones взять, как Rolling Stones, Modern Talking. Ну, похоже, кстати. Очень похоже. Они по звуку не так бьются. Братья Порту. Ребят, спасибо. Это было очень весело, круто. Я тебя уделала. А где у нас? Ну, я пока сюда положу. Ребят, классный конкурс, спасибо, весело было. И, собственно говоря, за интервью спасибо. Пойдемте попробуем взять соль. До, ре, ми, фа, соль. Keep trying, keep trying, oh.